Вы знаете, вообще я сегодня вдохновлена, получила новый импульс к тому, чтобы еще дальше укреплять наши добрососедские взаимоотношения в области развития туризма двух стран, лежащие на великом шелковом пути. Для меня сегодня было открытием, это самым главным открытием, это люди, это наши коллеги из Узбекистана, которые приехали сюда, очень открытые, доброжелательные и готовые к сотрудничеству. Мы об этом давно мечтали. Мы мечтали, допустим, с узбек-туризмом, когда-то, еще в начале перестройки, создать такой, знаете, зону мини-Шенгена на Великом Шелковом пути. И вот это сегодняшнее мероприятие, оно приближает к нашей мечте. И я бы ко всему этому сказала бы, для малого и среднего бизнеса это очень хорошее подспорье, сегодняшняя вот встреча. И встреча вот у нас здесь, в Казахстане. Я вот сегодня буквально выложила свой пост, и его все время дополняю, редактирую. И вы знаете, и уже столько много откликов, столько много лайков набирает. Обе стороны, и узбекская сторона, значит, лайкает, и наши тоже, казахстанцы. Это о чем говорит? Мы соскучились, мы давно хотим работать вместе, потому что вместе мы сила. В рамках этого форума мы намереваемся подписывать, мы уже подписали несколько соглашений с узбекскими туроператорами на предмет использования в своих турпродуктах нашей сферы Нуралем, наследие Экспо. И мы вот сейчас вот торжественно тоже будем подписывать еще с одним крупным туроператором. И всем хочу народу Узбекистана передать пламенный привет, огромную нашу любовь и благодарность за добрые отношения. И нужно снова возобновлять этот мостик, укреплять его в области туризма. И я уверена, у нас все получится на Великом Шелковом пути.